магний и физические нагрузки. Магний – один из ключевых элементов, который влияет на эффективность спортсмена. По механизму своей работы он очень напоминает креатин, то есть дает возможность повысить эффективность тренировки и ее конечный КПД. При физической нагрузке магний, так же как и калий, натрий и кальций, обеспечивают цикл сокращения, расслабления сердца и мышц. Соответственно, напрямую влияют на работу и резервы полноценной работы сердечно-сосудистой и тонус сосудов. Магний также необходим для регулирования нервно-мышечной проводимости. Это напрямую связано с силовыми показателями и мышечной массы, иммунитета, уровня глюкозы в крови, а также реконструкции соединительной ткани, связки, хрящи, кости. Однако спортсмен находится в постоянном дефиците этого микроэлемента. Интенсивные нагрузки способствуют снижению концентрации магния в плазме и сыворотке крови. Дефицит приводит к многочисленным негативным последствиям, таким как мышечные судороги, гипогликемию, гипонатриемию, нарушение ритма сердца, потеря силы и степени сокращения мышц, а также увеличивает скорость и степень восстановления после травм. Поэтому прием добавок, содержащих магний, не только оправдан на фоне тяжелой физической нагрузки, но даже необходим. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!